Сегодня я вам покажу 5 видов причесок, которые вы можете выполнить в домашних условиях на основе накрутки. И вы будете выглядеть как голливудская звезда. Для этого нам понадобится утюг для накрутки, ваши любимые расчесочки, шпильки-невидимки, которые у вас имеются в наличии, лак и блеск. В домашних условиях вы можете выполнять накрутку любимым вашим способом. Так как вы привыкли, так как вам нравится, так как вам удобно. Это либо бибуди, либо коклюшки, либо плойка. Я это выполняю с помощью утюга. У нас готова основа, с помощью которой мы будем выполнять дальше какие-то действия. Итак, первая наша прическа – это голливудская укладка. Все, что мы накрутили заранее, мы берем и расчесываем. Сейчас в тренде объемные прически с хаосом на голове, с большими объемами. И для этого мы будем пошагово, побочно, большой расческой крупной почесывать. Все, что вы создали с помощью расчески, вы оформляете с помощью своих рук прическу. Первая прическа на основе накрутки у нас готова. С такой прической вы можете выйти как на коктейльную вечеринку, так на какой-то показ или свидание. Мы приступаем к второй прическе. Для этого нам понадобится выделить теменную зону и попрядно начесать. Первую прядь вы начесываете совсем немного, потому что она будет главной перекрывающей. Такой начес у нас получился. Что мы делаем далее? Зачесываем все это назад, формируя объемную зону у лица. Сейчас нам понадобится лак. И две невидимки, которые мы ставим крест-накрест. Это даст основу, базу, которая будет держать нашу прическу. Или можете использовать прозрачную резинку. Вот такой хвостик у нас получился. Далее мы берем височную зону. Наш полученный хвост мы делим на две части. Представляем, что мы делаем бантик. Для этого нам понадобится невидимка. Таким же образом будем выполнять вторую часть. Для этого также нам понадобится невидимка. После всего вы оформляете чистоту прически. Мы приступаем к третьему образу. Эти прически у нас трансформер, поэтому верхняя часть, база, у нас остается в прежнем положении. Мы делаем прическу на основе хвостов и резинок. Мы отделяем не обязательно четкими линиями три хвоста. Мы оформляем хвост с помощью прозрачной резинки. После того, как мы сделали второй хвост, мы приступаем к первому. Для этого нам понадобится невидимка. Мы подкалываем первый хвостик. Вот такая прекрасная штучка, похожая на цветок, у вас получается. Затем мы берем наш второй хвост, разделяем пополам. У нас получается такое отверстие. И прокручиваем наш хвостик вовнутрь. С этого хвоста у нас получились такие небрежные локоночки. Мы берем какую-то определенную часть и точно так же небрежно ее закалываем с помощью волшебной шпильки. Наша третья прическа готова. Мы ее фиксируем лаком на расстоянии 10 сантиметров. И можем наслаждаться ней, сходить в ресторан на ужин с любимым, либо же на деловую встречу. Теперь мы приступаем к четвертой прическе на основе накрутки. Для этого нам понадобится расчесочка, с помощью которой мы будем просто расчесывать волосы по направлению, которое нам нужно. На данной модели мне нравится, как эта прическа будет смотреться с правой стороны. Делаем одну невидимку так, а другую накрест мы зафиксируем весь блок. Теперь с помощью шпильки
Мы берем наши локоны и подкалываем, чтобы у нас не было видно основы. С четвертой прически мы делаем пятую прическу. Все это будет совершенно легко выполняться. Нам нужна вся наша масса кудри. Мы ее закручиваем и оформляем что-то похожее на ракушку. Наша пятая прическа готова. Я желаю вам быть всегда красивыми и яркими.